Шалом. Недельная глава Тецаве. Наша глава начинается с зажигания менора, светильник, и продолжается с строительства светильника. Менора, она символизирует человеческую мудрость. Менора сама ей построена как дерево, ереха, это средний столб, и от нее выходит 6 стеблей. И еще разные ботанические концепции, которые показывают на развитие дерева. Мешукадим – это миндалические венчики, кафторим – это кнопки, это почки, брахим – это цветы. Это как дерево растет, мудрость, он похож на дерево. Надо расти, один выходит от другой, и в конце получается фрукт. Но с другой стороны, менора захав того. Менора, она должна быть чистая золота. Она статическая, нельзя ломать рамка, все должно быть внутри рамка. Нельзя двигаться от этой рамки. Значит, есть две стороны в мудрость. Это стабильность и развитие. Но все время надо держаться в стабильность. Тора, ее корень, она находится в святи святых. Туда нельзя заходить. Там, типа, есть самое святое место, там есть шхина, но надо сосуды для того, чтобы получить мудрость Тора. Это проходит через менора. Менора символизирует человеческую мудрость, и как дерево человек должен цветить, но все внутри рамках. Поэтому тот знак, который написан был в Бет-Мигдаш, что была одна свечка, которая горела все время, и это показывало, что Всевышний находится посреди евреи, это было в Менора, потому что именно в Менора там встречается мудрость, Тора, мудрость Всевышний и человеческий мудрость. Греки, которые воевали против Тора, они имели, пытались делать нечистые именно масло, менора, именно отумлять это менора, потому что это место, это та встреча между человеческой и божественной мудростью, и это им мешало. Есть известная история, как коммунист хороший пришел к евреям в местечко, собрал все евреи и заставил им послушать какая-то лекция по атеизму. И когда он спрашивает, есть вопросы, один еврей поднимает палец и спрашивает, что кушает лошадь. Он говорит, сено кушает лошадь. Потом еще раз он спрашивает, есть вопросы. Да, этот же еврей, что кушает корова. Сено, трава. Еще он рассказывает там по атеизму, философия. И еще раз он спрашивает, есть вопросы, эти бедные евреи сидят, и этот еврей еще раз говорит, что кушает козол. Он говорит, сено. Трава, а что ты меня задаешь вопросы по живете? Я не зоолог, я философ. Еврей говорит, я хочу понять. Они все кушают то же самое. Почему, когда они делают, корова делает одно, лошадь делает круглые большие, а козол делает козлиные? Он говорит, что ты от меня хочешь? Я не разбираюсь в зоологии, я не знаю. Еврей говорит, потому что если ты в дерьмо, не разбирайся, что ты уже лазил к Всевышнему, что ты уже лазил высоко-высоко к философии. Дай Бог, что мы действительно заслужили получить свет Тора, и что всегда мы остались в рамках. Шаббат шалом.